Доброго времени суток, друзья и подписчики канала. Сегодня мы с вами будем заниматься озеленением дна. То есть здесь была когда-то вода из герметика. Я решил ее переделать на воду из смолы. И в связи с этим мне придется делать полностью дно. Фотография. Я, наверное, прикреплю где-то вот здесь. Вот здесь. Я буду пытаться сделать по ней. Для начала нам надо сделать прибрежную траву. То есть я вот немного сделал. В плане эксперимента просто интересно было. Мне кажется, она ярковатая. Ну ладно, это потом я скрою. Там очень много водорослей, которые мне... Как мне показалось, очень сильно напоминает спонж. Поэтому в основном дно будет состоять из спонжа разных цветов. Плюс еще у меня здесь море мха адаптированного. Поэтому, я думаю, будет с чем работать. Итак, спонж. Вещь очень полезная. Делается за 5 минут. Я сделал себе вот три цвета, на всякий случай, с запасом. Вдруг когда-то пригодится. Я использую блендер, но можно использовать кофемолку. Подкрашивается очень легко акрилом. Пару капель на поролон. Поролон вот у меня из старого дивана использую. Итак, я буду использовать, наверное, вот этот цвет. Он более такой нейтральный. Этот больше какой-то грязноватый, темный. Хотя можно было бы сначала его, сверху вот этот, чтобы цветовой переход был. Ну ладно. Итак, начнем. Вода будет. Итак, берем наш спонж. Как всегда, креплю я все это на полимерный клей, потому что мне он нравится в плане того, как он себя ведет. И сейчас примерно будем намечать места, где все это будет. Там здесь будет рыбак, соответственно, здесь будет еще где-то ряска местами, кувшинки. Берег будет весьма оживленный. Берем наш полимерный клей. И наносим там, где на данный момент у нас будут растения. Я думаю, вот этого пятачка мне должно хватить. Поэтому здесь и будем располагать наши растения. Доходят они практически до поверхности, поэтому слой будет приличный. Если где-то вдруг надо будет делать выше или какую-нибудь торчащую ветвь, я думаю, буду делать уже это с помощью мха, потому что спонжем не особо получится сделать такую вещь.
Итак, подобного вида у нас пока наша вода, точнее наше дно, которое позже будет залито смолой. Так, все, что нам понадобилось для изготовления подобного дна, которое в следующих роликах будет залито смолой. Если будет нужна подробная технология, я, может быть, статью напишу по этому поводу и добавлю в описании. Ведь нам понадобился технический лен, также сделанный своими руками, по этому поводу буду делать подробный ролик в одних из следующих видео. Полимерный клей в любом хозяйственном магазине он присутствует. Ну и в принципе, по большому счету, наши руки. В следующих видео мы с вами будем рассматривать изготовление кувшинок, скорее всего, из Magic Sculpt. Не знаю, буду показывать или нет, смысл в этом есть или нет. Изготовление кувшинок, буду делать их на проволочной ножке, чтобы на ней была ножка. И будем уже непосредственно заливать, подкрашивать. Использовать для этого будем подобную смолу. Обзор на нее вы скоро увидите. Подкрашивать все это будем красителем от этой же фирмы зеленым. И посмотрим, что у нас получится. Всем, кому видео оказалось полезным, подписывайтесь на новое видео. Ставьте палец вверх. Не забывайте нажимать колокольчик под видео, чтобы не пропускать следующие ролики. Всем пока!